Братские сердца, приветствую вас на канале. Обзор гидравлического фильтра Stahl SP8035. Номера вы видите? Так, давайте я так вот... Опа. Здесь его длина 20. Если на полную мерить, то будет... 23. Давайте еще раз перепроверю. Здесь сколько у нас. Так, болт. Сорок два. Внутренняя его часть. Тридцать, да? Вот так вот взять, если. 30, да. И диаметр общий. Вот так вот беру. И нифига не видно. Сейчас я померю, подожди, просто скажу. Семьдесят восемь диаметр. Качество. Еще раз качество показываю. Резьба очень хорошая. Подписывайтесь на канал. По возможности буду делать осмотры, замеры номенклатуры, которая имеется. И поехали.